бояться, потому что я ее сейчас повезу опять в модельную школу. И вот пью кофе, решила эти 10 минут провести с вами. Приветик. Привет. Как вам последняя неделя лета? Погода хоть радует. А я только о тебе подумала, видишь? Вспомни вот оно. Я про фею. У меня, я забрала твой шампунь. Вот. И он у меня, так что надо встречаться. И, девочки, у меня еще бальзам есть один. Надо вам кому-то, кто-то просил бальзам. Много человек просило бальзам. Я говорила, что нет, а теперь уже есть. Ну, в принципе, я сегодня хочу создать интернет, получается, магазин. И там могу выставить этот бальзам. Привет, девка. Конечно, куплю когда-то подарок. Ему подарили машинку. Эта машинка, получается, сейчас вам скажу, ну, это моделька. То есть она не ездит, она прикрученная, стоит на подиуме. Ну, красиво все. Он хотел открыть крышку и как бы ее достать, чтобы покатать. А не получается. Расстроился? Не расстраивайся. Ну, чего ты? Все хорошо. Мы сегодня поедем в магазин. Мама будет покупать продукты. Угу. И купим тебе какую-нибудь машинку. Договорились? Угу. Только не расстраивайся, ладно? Когда я посплю? Нет. Сегодня спать ты не будешь, потому что я не могу быть дома с тобой. Мы в центр сейчас поедем с тобой. Нику завезем, потом поедем в магазин. У нас сегодня будут гости. Угу. Хорошо? Скажи ему, что Ева привет передает. Дем, тебе Ева привет передает. Помнишь Еву? Вы в бассейне вместе плавали, помнишь? Да. Вот. Они приедут, что ли? Они на день рождения придут к тебе. Да. Ура, день удался, Анечка, любимая сети. Демушка, ты... красавчик, Довинечка, только... Довинечки только не хватает, как приятно. Спасибо большое. Мама. Много машин будет. Вообще-то... Вообще-то что? Какие гости ко мне? А давай мама сейчас поговорит в прямом эфире, а потом мы с тобой в машине будем разговаривать, хорошо? Mm-hmm. Может, завтра на обед в Аргентину? Завтра пятница. Завтра мне надо Нике купить. Давай сейчас я пойму, что у меня как, и если что, то может быть. Надо подумать. У Ники просто, я привязана к ней из-за ее модельной школы. Я ее водитель, я ее забираю, вожу, кучу дел решаю. Ой, вообще капец. Сейчас придумаю, тебя наберу. Вот. Мне так нравится твоя стрижка. Я сегодня помыла голову, а потом чуть-чуть накрутила две бигудюшки на кончике. Вот, но... От того, что волосы были еще влажные, они не держат ничего. Ну, думаю, ладно. Ника сняла сторис, я как раз собиралась. Сейчас я вам его выложу. Не буду рассказывать, видите. У нас там такое выросло. Такое выросло. Что ты показываешь? Квадрокоптер? Или что это у нас? Как он там называется? Да, квадрокоптер маленький. Демушка, дай поговорить. Ребенку тоже не хватает внимания. Хочет вам тоже показать. Иди переобуйся, в этих тапочках ехать не надо, ладно? И Нику поторопи, потому что мы можем опоздать. Футболка уже маленькая, но малу. Она меня пускала к тебе. Да, не пускала, потому что у меня тут прямой эфир. Иди обувайся. Переобуйся. Я тихонько. Хорошо. Здравствуйте, привет. Тебе идет даже короткая стрижка совсем. Ну, не знаю, с короткой я себя не представляю. Хотя, вы знаете, после этой стрижки мне уже ничего не страшно, и волосы, и зубы отрастут, это первое. А второе, я когда обрезала, я действительно, когда многие говорили там, ну, энергетически, многие вещи вот как бы уйдут. Действительно, после стрижки моя жизнь начала меняться в лучшую сторону. В моральном состоянии таком. Я оборвала очень многие нитки, которые меня как-то так сдерживали.
вообще очень классно стало. Вот прям... Так, да, как дела? Хорошо. А по поводу стрижки, мне кажется, что я ее сделаю, когда мне будет за 50. Вот мне очень нравятся женщины с, такие сухие, со стрижками, такие модненькие. Вот как-то так, не знаю. Ну, прям круто про энергетику. Да, я в 50, я 50 сантиметров отрезала когда-то. Ого, это много, конечно. Мне то привет, светишься. Спасибо. Это солнышко меня радует. Я так люблю лето. Я так не хочу, чтобы оно заканчивалось вообще. Анютка, по какой... по какой литературе ты воспитывала своих деток? Дай совет. У меня доченька растет. Какие шапочки нужно надеть? Белые с черным. Это все там. Там вокруг все. Хорошо. Доченька растет, хочу, чтобы для нее была всем. Пожалуйста, напиши в директ, они беспрекословно слушаются, уважают тебя. Я не воспитывала по книгам, скажу честно, я воспитывала по интуиции. Мне, кстати, астролог сказал, что у меня очень сильная интуиция, чтобы я ей пользовалась. Я интуитивно чувствую, плюс я вспоминаю свое детство и вспоминаю, что мне нравилось и что мне не нравилось. Я стараюсь как бы оперировать. Вот. Сложно так сказать, ну, как воспитывать ребенка. Ну, во-первых, ребенок — это личность. И сколько бы ему лет не было, вы должны его, ну, к нему прислушиваться. Если он чего-то не хочет, прям сильно, да, ну то есть вот насильно нельзя заставлять. И даже если вы понимаете, что ему так будет лучше, иногда надо отпустить ситуацию, пусть ребенок, например, упадет, если он маленький. Если такое, как Доминика, то пусть ну, будет где-то прокол, но это будет ее прокол, это ее жизненный опыт, даже в таком возрасте. Вот. Ну, как бы вот такие вот вещи. Мы, как родители, мы хотим их огородить от всего. Иногда не надо ограждать не надо. И еще важный момент воспитания мальчика. Ну, как давать ему самостоятельность. У нас Демка, ну, не сильно самостоятельный, потому что он кругом барышни, и все возле него. И, соответственно, ну, как подай, принеси, одень, ну, сам одевайся. Мне тяжело, попробуй. Ну, то есть вот так вот. Иногда обижается, то есть он обидчивый, ну, то есть такое. Девочку маме проще воспитывать, потому что есть модель поведения, это девочка воспитывает девочку, это легко. Мне кажется, очень тяжело воспитывать мальчика. Мне сложнее воспитывать Демида, чем Доминику, вот честно. Вот. Но мы можем с тобой в директе поговорить на эту тему. Привет, подскажи, Анют, не могу решиться оставить ребенка на целый день в саду. Что делать? Ему уже 4, а я все переживаю. Просто взять и оставить, и все. Не, я не хочу навсегда в саду оставаться. А мы не про тебя, во-первых, говорим. И навсегда в саду никто не остается. Остается до вечера, пока работа у людей. До 6, до 7 вечера. А потом приходят родители, забирают детей. А сейчас? А что это у тебя поцарапано на ноге? Где ты уже поцарапался? Дед уже с папой. А, вы на поле вчера были, да? Mm-hmm. Надо побрызгать ее, потому что воспаление, чтобы не было. Мама, я же тебе сказала, мне больно будет. Ну, а если у тебя начнется воспаление и будет, как у мамы, резать, это хуже, чем просто побрызгать, и оно пощипит. Тем более, оно сейчас щипать уже не будет, потому что оно было вчера, то есть это не свежая ранка. Понял? Ну, когда сипать. Да. А я даже немного хочу осени, свитера, высокие носки, какао, все это эстетика. В плане этого, да, у меня я свитера уже подоставала, я так думала, я полусапожки, ну, такие ботиночки купила. Вот, девушка называлась. На, отнеси, выбрось мусор, пожалуйста. Энику, поторопи, пожалуйста. Там уже одета. Ну, хорошо. Я купила ботиночки такие прикольные, и... Уже хочу под шорты эти ботиночки и свитер. Ну, да, мне хочется чуть прохлады, но в то же время не хочется. Хочется из-за новых вещей, но не хочется, потому что это прохлада.
Ну, то есть сентябрь еще такой, ладно, а октябрь, ноябрь вообще терпеть не могу, потому что ни холодно, ни жарко, мерзко, сыро, ля. Так, Анечка, привет, почему ты такая стильная? Ты все не оденешь, прическу какую не сделаешь, все к лицу. Мне очень приятно на самом деле, спасибо большое. Я не знаю, ну, правда не знаю. Есть вещи, когда ты одеваешь. Я заметила, на самом деле, есть девочки, которые могут одеть точно такую же одежду и будет по-другому смотреться. И мне кажется, это внутреннее. Правда внутреннее. И это можно в себе воспитать. И если с этим не рождаются, то это можно просто в себе, ну, вот реально воспитать, как бы создать. Поэтому всегда есть над чем работать. Я тоже как бы работаю над этим. Бывает такое, я оделась, мне не нравится, я переоделась. Ну, то есть, поэтому так. Точно так же, как я постриглась, потом перестриглась. А. Я ничего не говорю плохого, она сама стала, сказала, поспеси. И она мне сказала, да подожди. Глухо так. Да? Интонация тебе не понравилась, да? Угу. Ну, побудь со мной тогда. Она, видишь, наверное, чуть-чуть без настроения, да? Угу. Так, Демидушка, чудо, не хочу. Она всегда в садик. Блин, она так боится, что его там оставят, если честно. Сохрани, пожалуйста, эфир, хорошо. Так, давай мы посмотрим. Спасибо, дорогая. Ты супер мамочка. Растет шестерка, прикиньте. Вообще капец. Шестерка растет. Пример всем мамочкам. Спасибо, Анюта. Я напишу. Ну, нельзя. Идем. Некрасиво в камеру. Когда тебе в директ, дай знать только когда. Ты уже напиши. Вот. А я по возможности сразу буду отвечать. Как дела со стройкой? Ну, пока вот так. То есть закончен. Вентиляция закончена. Теперь я жду рабочих, которые... Ну, который сможет сделать плитку и стены, пока он в отъезде. Ну, именно тот рабочий, который мне нужен. Я там других обзванивала, вы, кстати, давали мне контакты, и спасибо вам большое, но они все до октября, до ноября заняты. Поэтому так. Где твоя красивая Вика? Ой, Викулька, ну мы с ней общаемся, конечно, но в последнее время не видимся. Вика в Житомире живет, иногда приезжает в Киев. Дион, ну что ты робишь, малыш? Ты сейчас будешь лезть в пыли. Поэтому, когда я могу, Вика не может. Когда Вика может, я не могу. Ну что ты творишь? О, мамулька, громко так. Аня, что ты уже сделала в доме? Вы знаете, год назад, когда я переехала, была коробка, были стены просто в газоблоке. Сейчас уже... Стены под покраску, уже есть теплый пол, уже укреплены, ну, тут балки вставлены для того, чтобы, короче, все было окей. Вентиляция, свет, ну, очень много работы сделано, очень много денег вложено. Просто кажется, что вроде бы как ничего не делается. На самом деле вложено такое количество сил, денег и времени. Конечно, можно было бы сделать это еще быстрее, но опять же, блин, это реально дохера бабок. Как называется фильм, на котором были вчера? Плюс один. Анюта, я выше про лазерную эпиляцию написала. Прочитай, пожалуйста. Так. Что-то я не вижу про лазерную. Я не вижу про лазерную. Я не есть. Я не вижу про лазерную, честно. Дём, что ты делаешь? Анечка, ты просто супер. Когда новое видео, когда твои видео выходят, я им наслаждаюсь, очень жду с нетерпением. Я их уже смонтировала, мне осталось их загрузить, но просто не хватило времени. В принципе, можно было бы сделать сейчас, но загрузка бы была дольше. Ну, в общем, сегодня я загружу тогда. И, может, вечером выйдет. Или
завтра. Да. Как доверить свекровь ребенка, игнорировать мои наставления по поводу питания. Или оставляете с ЦУ ценным указанием, но она делает по-своему, и вы с этим миритесь, или никак. Потому что я могу сказать, мама меня смотрит, но по факту у меня мама делает то же самое. Я ее прошу, умоляю, она говорит, да, хорошо, все равно делает по-своему. Так это мама, это даже не свекровь. То есть с мамой можно как-то договориться, это близкий человек, и то не получается. Вот. Они как-то видят по-своему, у них своя точка зрения, ну и так далее. Поэтому никак. Мне кажется, никак. Ну, есть еще разные люди. Моя мама раньше спорила, сейчас ей легче сказать, да, хорошо, но она все равно будет делать по-своему. Аня, довольна Apple Watch. Какая у тебя серия? Довольна, скажу честно, реально, это был подарок, и это крутой подарок в плане, я даже не в финансовом плане говорю, а крутой именно то, что он мне действительно, я думала, он мне не нужен, но он реально мне нужен. Тут куча разных моментов, и самый классный момент вообще для меня, да, это когда у тебя телефон без звука, ты можешь где-то его провтыкать по дому или там сидишь в кинотеатре, неважно, а тебя вибрирует на руке, то есть ты видишь все оповещения, ну, очень удобно. Удобно там шагометры, удобно режим сна, удобно измерять пульс, а мне это здоровье это надо. И тут куча разных других примочек, и поэтому да. По поводу серии, ну вот вышла какая-то, а у меня предыдущая. Вот, ну как-то так. Пользовалась волосковыми полосками? Нет. Ника готова к школе, да. Я заметила, что у тебя нет красивых подруг. Ты шикарнее всех. Вика красотка, нет возможности глаз оторвать. И очень мудрая девочка, обожаю ее. Я ее тоже обожаю. По поводу красивых подруг, ну так нельзя говорить, потому что каждая девочка красива по-своему. И с вашей стороны это очень нетактично, на самом деле, так сказать, потому что если меня смотрят мои подруги, то в данный момент вы сейчас их оскорбили. Поэтому, ну, подумайте в следующий раз, прежде чем писать, честно. Подскажи, какие ворота ставить на гараж? Ой, на самом деле их много разных, я сама еще не ставила на гараж, у меня просто забит гараж, вот, и утеплен. Но их много разных, я не знаю, можно выбирать по ценовой политике, кто-то выбирает там по каким-то фирмам. Я еще пока не могу сказать, потому что сама еще не определилась. Так, это я читала. Привет, Анютка, привет. Сижу, пью кофе, и твой прямой эфир. Ага, класс. Ой. Приятного аппетита. Да. Ника идет 9 класс. Когда новое видео, очень жду. Сегодня-завтра. Или сегодня? Может быть, сегодня нет, потому что гости. Может быть, завтра. Здравствуйте, привет, Саш. Мне... Все равно, кто что подумает, констатирую факт. Но это плохо, что вот именно прям вот так вот, потому что, ну, это, наверное, невоспитанно. Понимаете, бывает такое, когда ты не думаешь о другом, ну, потому что это влияет на твою жизнь, но когда ты обижаешь внешность других людей, ну, это говорит, наверное, плохо не о этих людях, а о тебе. Поэтому подумай. Аннушка, после эфира полей, пожалуйста, комнату, цветы не ждут полива. Хорошо, мама. Мам, она прям уже там на расстоянии видит. Вижу, малыш. Анютка, посоветуй, пожалуйста, упражнение. Что-то привести фигуру в порядок, ответь в директе заранее. Спасибо. Напишу в директе. Я не фитнес-гуру, скажу честно. Я просто для себя определила определенные упражнения и как бы их делаю. Вот. Но есть очень много, где у меня двигание, но есть очень много как бы людей в интернете даже, которые могут подсказать, скорректировать, как делать. Да, вот. Которые могут скорректировать вам, ну, как бы подсказать.
Тем более я оставляла такого человека. Ну, рекомендовала вам. Согласна, никто не давал судить внешность других людей. Да. Так. Вроде бы ничего не пропустила. Никто не давал права. Ну, вы знаете, мне кажется, опять же, на это не стоит обижаться, потому что я уже как бы по аватарке, я помню эту девочку, она не раз говорила такие не очень приятные вещи и в мою сторону, и в сторону моих окружающих. Вот, поэтому как бы я уже так спускаю, потому что есть люди такие. Когда человек плохо говорит о других, как я уже сказала, он говорит не о других, он говорит о себе, то есть он дает оценку себе. Поэтому такое. Классная основная стрижка, спасибо. И мне, пожалуйста, напишите в директ про упражнение и напомню этого человека. Хорошо. Не перестаю любоваться вашим новым образом. Спасибо большое. На самом деле стало легче. Стало легче, потому что ты помыл голову и все. Ну, как бы, и хорошо. Поэтому как-то прям времени больше стало. Знаю, что Ника в свое время поменяла школу. Как прошла адаптация? Подростковый возраст, да и дети сейчас другие. Спасибо за ответ. Тьфу-тьфу-тьфу, все было хорошо во всех школах, куда она переходила, потому что она в одной училась в лицее до 7 класса, потом, нет, до 6, да, до 6. Почему? Потому что она не хотела учить немецкий, а там был немецкий второй язык, и она говорит, я хочу французский. Мы перевели в другую ее школу, где был второй французский. Она везде находилась с детками общий язык, нигде не было проблем. Ее везде принимали. Ну, она просто еще по натуре, мне кажется, такая, что ее сложно не принять, она очень добрая. Анюта, привет. А как ты укладываешь волосы? А, на самом деле особо никак не укладываю. Вот сегодня я феном ничего не сушила. Они высохли сами, и чуть-чуть я подкрутила на... У меня есть такие бигудюшки конусные. Я две бигудюшки сюда и сюда. Но от того, что волосы были влажные, и мне надо было уезжать... О, Никуля готова. Мне надо было уезжать, поэтому я сняла их, и они опали сразу же. Поэтому ничего не получилось. Вот, поэтому никак, просто помыла и все. Лучшая, наверное, укладка, которую я сделала самостоятельно, это с этими бигудями, которые я купила, такие крупные, они дают объем. Но опять же, ненадолго, буквально там пару часов, и опять все как бы оседает. Но я еще не пробовала ни крутить, ни плойкой не хочу, да, то есть ничего пока с ними не делала. Вот, так вот есть, все. Во сколько малого забираешь из сада? По-разному, бывает до обеда, до сна, а бывает 5-6, сад до 7, то есть по-разному бывает. Все, ребят, мы поехали, Ника уже готова, потому что мы опаздываем ей на 2, а ехать в центр. Всем хорошего дня, спасибо, что были со мной, пока-пока.